Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас такой серый, дождливый день. И мы сейчас с вами пойдем готовить сырники, но, может, не сейчас. Сейчас я хотела бы распаковать кое-что. Это моя покупочка, которая приехала ко мне всего за 3 рабочих дня, которую я очень ждала. Надеюсь, когда я открою эту коробку, мой энтузиазм не пропадет. Как вы думаете, что это? Та-дам! Подождите, дайте посмотрю. Шляпка. Какая классная. Как вам, девочки? По-моему, очень круто. Надо понять, как ее носить. И здесь могла бы быть, черт побери, ваша реклама. Но я купила ее сама. Да, это шляпка, которую я заказала в Украине. Без понятия, откуда она именно приехала. Но я давно хотела себе купить какую-то классную, стильную летнюю шляпу без вот этих рваных полей, как мои шляпки из Алика. И я искала что-то очень легкое из натурального материала и такое стильное. Я хочу вам сказать, что я просматривала шляпки Богинского, но те модели, которые меня интересовали, они или бесконечно распроданы, стоят они недешево. И, в общем, когда мне подвернулось вот это в Инстаграме, я подумала... Дай-ка я попробую заказать. Как это? Компания называется The Hats UA. Ну ладно, давайте поддержим производителя. И у них там такие красивые модели. У них есть тоже осенние шляпки. Я понимаю, что звучит рекламно, но я клянусь вам, что я купила сама эту шляпу. И даже никакой скидки у меня не было. Что там на голове? Мало того, ну, доставка в Польшу, знаете, терпимое. Качество шляпки очень классное. И посмотрите, какие здесь детальки. Вот такие морские. Можно еще и самому выбрать, что ты хочешь. Ну, то есть, какие-то украшения. Ой, как мило, я прям не могу. И вот тоже звездочка морская. И эта шляпка сразу продается с цепочкой. Здесь тоже вот ракушки. Они там есть с разными полями и с разного цвета. И я так посчитала, что она мне обошлась где-то... Ну, может быть, как 1,5 шляпы в H&M, просто я там тоже просматривала, а подумала, что вот это будет такой оригинальной, не как у всех, и при этом она будет защищать меня от солнца, очень легкая. Я не знаю, что там видите вы, но я прям супер довольна, и мне очень нравится, хочется забрать ее с собой в отпуск или как минимум на пляж в 5 минутах от дома. А это... Это уже подарок, но не от бренда Mako. Мы когда-то с Настей были даже в Варшаве, то ли в их фирменном магазине, то ли был просто корнер этого бренда, но их соломенные сумки я видела еще в прошлом году. На них там что-то в этом стояла очередь, я купила себе домильер. Эту сумку мне подарило польское агентство и бренд Lancome. Я выиграла в их конкурсе, я создала контент, который они определили как самый классный, им понравилось, мне очень приятно, и мне подарили вот такую кожаную сумочку, интересно, да, снимается классно, пахнет как в новом салоне, в машине, кожей, такая черная, они там есть еще карамельные, ручка снимается, и тогда получится клатч. Барцу дзюнгуе. Страшними мило, да, вот такой клатч, и сумочка как раз, знаете, небольшая и не маленькая. О, прикольно, есть еще и длинный ремешок, если что, знаете, когда ты не ожидаешь, и потом оба, и когда тебя еще и награждают за то, что ты делаешь, ну, слушайте, значит, ты что-то делаешь действительно классно, и кто-то это оценил, да, мне приятно.
Вот такая малышка пополнит мой сумочный ряд. Между прочим, я часто ношу черные сумки не только зимой, но и летом, как оказалось. Была в торговом центре, мне нужно было проколоть дырочки в ремне. Я обычно заказываю ремень подлиннее, и потом, чтобы по-разному его завязывать, как-то носить, я пробиваю дополнительные. И зашла в Мангу, девочки, я не знаю, куда я это буду надевать, но как минимум я хотела бы красивую фотографию. Таких сережек вы у меня еще не видели. Купила на распродаже Мангу, и для каких-то там мероприятий, возможно, или для определенного образа, но что-то, по-моему, я реально переборщила. Это вот такие гигантские сережки. Мне почему-то казалось, что они будут чуть меньше рядом с моим лицом, чем оказалось по факту есть. Это, знаете, плюс сайз сережковый. Возможно, как-то со связанными волосами. По-моему, я перестаралась. Еще эти сережки вот такие, в кожаной как будто оправе. И они темно-шоколадные или типа как бордо. Уже не стану надевать, но в общем вот такие тоже массивные. Остапа понесло. Еще вот такие. Они как полукольца, да, но достаточно объемные. Ладно, все-таки по одной штучке надену. Вот эти золотые и ля кожаные. По-моему, прикольные. Да, у меня много бижутерии. И будет еще больше. Раз у нас тут с вами такая распаковочная вечеринка, покажу еще несколько посылок, которыми меня порадовали бренды. В последнее время я недавно снимала косметики, поэтому в ближайшее время не предвидится такой ролик. Но новинки классные. Это туши от Хан. Я еще не видела такого разнообразия цветов. Обалдеть. Просто все цвета радуги. И на осень я выберу себе бургунди, вот какие-то такие баклажановые. Мне кажется, очень классно. Вообще, цветные туши — это та тема, которая мне интересна. Конечно, сложно мне представить с розовой тушью, с вот такой оранжевой, но какие-то глубокие, винно-коричнево-баклажановые — это прям супер. И сегодня я накрашена тушью коричневого цвета. Вот так она смотрится на мне. В два слоя тушь свежая. И мне нравится то, что они в небольших упаковках, и у них силиконовые щеточки. Вот, смотрите, такая, как ложечка, да? Реснички она делает очень красивые, естественные и не too much. Ну, то есть ресницы у меня длинные, конечно, и их все равно заметно, но нет вот этого перегруза, как от черной, правда? А давайте ради интереса. Ого, ничего себе! Вот это цвета! Розовая и оранжевая. Бренд Paese прислал такую милейшую посылку в виде облачка. Это тоже пресс-пак. И вы знаете, я сама часто покупаю Paese, Eveline, Haan. То есть не все, что в моих видео, это мне прислали, чтобы я хвалила. Но многие бренды, вот у меня прям любимцы, и нравится много их продукции. Ну что с этим поделать? Здесь у нас пудра под глаза. Я как-то давно ее покупала. 100 лет тому назад был на нее обзор. Хорошо фиксирует консилер, так разглаживает область под глазами, она очень легенькая. Пудра для лица, вот она, рассыпчатая. И новинка, прессованная пудра с таким вот зеркальцем. И сама по себе пудра бежевого цвета. Интересно, она прозрачная? По-моему, она дает все-таки немножко цвета. Ладно, будем пробовать. Спасибо. На самом деле это не все, но давайте откроем хотя бы несколько. И вот сегодня тоже был курьер с посылкой от Pixi. Какие-то маски с алоэ вера, с огурцом и с ромашкой после загара. Отлично. Только вчера заказала себе гидрофильное масло. Это же оно? Да, масло для демакияжа. Интересно, что не с помпой, вот так выливается. И у нас еще одна шапка. Шляпка. Точнее, панама. И у меня Томик любит такие панамки. Надо ему подогнать. Я думаю, что ему понравится.
Сегодня мы с вами будем готовить сырники. Рецептов очень много. На самом деле у меня тоже есть мой. Кстати, творог имеет огромное значение. Если вы живете в Польше, то из вот этого у меня получаются самые вкусные. Из тех, которые продаются где-то там в сетевых магазинах, к сожалению, у меня они такими не выходят. У меня 0,5 килограмма творога где-то. И в наше тесто я кладу не целое яйцо, а только желток. У меня будет рисовая мука, вы можете взять обычную. Я насыпаю, знаете, на глаз, не могу сказать сколько. Я посмотрю по тесту, чтобы оно не было, вы знаете, таким липким, неуправляемым. Можете взять сахар, у меня сахарозаменитель. И ванилька для аромата. Теперь нам нужно это все размять при помощи вилки. Я не использую там блендеры, миксеры и так далее. Этого вполне достаточно. Количество муки, которое я использую, зависит от влажности творога. Чем более он влажный, тем хуже потом будут клеиться. Насыпаем немножко муки на коврик для раскатывания теста. Разделила тесто на две части, мне просто так удобнее. На самом деле, если это все не снимать, поверьте мне, что процесс приготовления занимает реально, 10 минут. Теперь берем нож для теста и нарезаем наши будущие сырнички. Там плюс-минус, девочки, я никогда специально очень сильно не стараюсь. Ровные сырники можно формировать двумя способами, или при помощи стакана, или ножа. Немножко обмакиваю их в муке, сверху придавливаю, но чтобы не портить свой коврик, я вот упираюсь в него тупой стороной. Вот такие красавцы у меня получились. Мне кажется, что для домашних сырников это супер. Потому что раньше они у меня были кривые, косые. Я еще поснимаю с них лишнюю муку перед жаркой. Так, стряхиваю. Жарю я сырнички на масле кхи. И я, знаете, часто их не переворачиваю. Когда они возьмутся корочкой, только потом даю им время. Вообще можно пожарить на большом огне, чтобы образовалась эта корочка, а дальше еще форму и поставить на 10 минут в духовку. Но мне кажется, что это максимум извращений, которые я могу сделать утром. Я шучу, но можно было бы просто слепить, они и так ровненькие, но я пробовала готовить и таким образом, чтобы ставить в духовку, они тогда еще нежнее, вообще огонь. Но вот этого с меня достаточно на каждый день. И дети тоже не жалуются. И вот такие мягкие, сочные сырнички у нас выходят. Подаю это все с греческим йогуртом, с вишневым вареньем без сахара и с мятой. И вот если есть именно с мятой, то получится такое небанальное, очень освежающее сочетание. Невероятно вкусно. Если вам интересно, что это за варенье такое, наверное, это польский бренд, и вишневое у них самое популярное. Это варенье с эритролом, и здесь очень много ягод, их гораздо больше, чем вот этого наполнителя. Действительно, как обычное вишневое варенье. Также купила клубничное, здесь тоже много ягод, и они продаются прямо в таких полукилограммовых упаковках, и не понимала, кто столько съедает. Наверное, так выгоднее, хотя цена тоже нормальная. Вчера встречалась подружка, муж был на хозяйстве и убирался. Но его, по-моему, понесло до настолько, что он даже мебель попереставлял. И все было бы неплохо, но я не понимаю вот этого решения, потому что теперь у нас телевизор над диваном. Я так понимаю, он это сделал для того, чтобы дети не смотрели его. В итоге дети сидят на диване прямо у экрана и все равно смотрят его. Когда стол так повернут, мне в принципе нравится, и сюда неплохо вписался комод. Но, по-моему, лучше бы он убрал просто все лишнее, типа машинку, которая играется только он. Она на пульте управления. Вот там тоже можно было в тумбочке все прибрать. Свои какие-то панамы, и вообще я не совсем догнала, зачем это. Он говорит, для того, чтобы немножечко как бы отслонить вот это окно, но оно все равно закрыто. Плюс диваном он закрыл вот это окно,
И я достаточно часто снимаю здесь видео, так как в комнате у меня настолько жарко, что перегревается камера, и, ну, в общем, я что-то как-то вижу меньше плюсов, чем минусов. И смотрите, у нас вот здесь, где стоял диван, даже светлее деревянный пол, чем здесь. Возможно, сейчас не видно, но это действительно так, и это бросается в глаза. Прям совсем не догоняю. А еще у нас с этой стороны, вот там внизу, все розетки. Смотрите, сколько кабелей тоже висит. И, короче, что-то пошло сильно не так. И розеток там недостаточно для того, чтобы, например, там подключить ту же лампу, тот же компьютер. Мы часто сидим здесь, или я, или Томик, работаем. И пришлось отключить камин для того, чтобы подключить компьютер. Сегодня здесь сидела, монтировала. В общем, буду пытаться как-то с ним договориться, чтобы он переставил это обратно. Или же нужно как-то, не знаю, перевешивать телевизор или демонтировать его в конечном-то итоге. Лучше, мне кажется, как-то ограничивать время детей у телевизора, хотя они сейчас настолько заняты, что они не так много там сидят. Но его злит то, что они включают его утром. Короче, постоянно, знаете, какие-то идеи, суть которых я тоже не совсем понимаю. Вот, например, у нас новое место для гриля. Я как бы за перемены, но какие-то, знаете, продуманные, что ли. Потому что здесь вот даже сложно сейчас пройти теперь к дивану. Кстати, часть нашей мебели мы отдали в ремонт. Это икеевская мебель для террасы. Она у нас покрашена, но вот тут, где подушки для сидения, там сломалось несколько досочек, и мы нашли мастера, который приделает их. У меня Томик не по этим делам. И я передала ему всю информацию, которую вы мне писали по поводу краски там, как это все лучше сделать. Короче, главная ошибка, которую он совершил, он пару лет тому назад, когда это все перекрашивал, изначально купил не ту краску, которая была фабрично на этой мебели, поэтому она в любом случае будет отшелушиваться. И он снова купил ту, которая не подходит, поэтому вот эта система, знаете, мы поговорили, и я решил, она не особо работает, так что через год будет то же самое. Юки, может, ты понимаешь, что происходит? Может, гриль здесь стоит временно, но он как-то развернут даже к цветку. Ну, короче, какое-то у нас сплошное недопонимание в эти дни. А еще у нас дома цветы, которые, кстати, долго не выдержали, но, наверное, и хорошо. Они ростом, ну вот как больше, чем половина меня. Завяли, ой, как жалко. Придется купить что-то покомпактнее. Я думаю, что ничего страшного. Мой муж самый большой фанат чистоты и уборки. Кстати, мебель мы уже переставили, развод на этой почве отменяется. И он купил два пылесоса. Один в дом, я потом вам покажу, беспроводной. Наш Дайсон просто умер, и ничто не способно его восстановить. А это его пылесос, машину, который я одолжила, чтобы убраться в своем туалетном столике, потому что я случайно рассыпала пудру, и вообще периодически это нужно делать. Компания вот такая, он еще дополнительно купил зарядку к этому ко всему. В комплекте была сумка, во всяком случае он такую выбрал, такую модель себе взял, да. И пылесос не такой-то и легкий. Когда он включается, он достаточно громко работает. И также давайте сейчас включу и покажу вам подсветку, где она. Вот тут, короче, включается лампочка, и когда убираешься в машине, реально удобно, можно сразу и руки подкачать, хочу я вам сказать. И вот этой насадкой мы пользуемся чаще всего. И вы знаете, в целом очень удобно, особенно вот там, где водитель сидит, добраться в какие-то там участки, но где закрывается дверь и прям вот такие щелочки, вот такой насадкой этого не проработать, и я все же пользуюсь своим мини-пылесосом из Алика. И также конкретно этой насадкой не очень хорошо убирается шерсть. Не знаю зачем, но есть еще и вот такая. Я ею, честно говоря, не пользовалась. У нас уже там пару месяцев этот пылесос, поэтому мы его протестировали и в хвост, и в гриву. Есть еще вот такая труба для того, чтобы сделать саму ручку подлиннее. И все-таки для мелких щелей
даже такой трубки мне не хватает. Я не знаю, как он там убирается, но мне хотелось бы, чтобы была еще совсем тоненькая. И вот такая щетка. Ей уже чуть лучше собрать шерсть, но когда в машине проедет Юки, уже ничего не помогает. Также присутствует контейнер, в который собирается мусор, и все это удобно потом почистить после уборки. Ну, это совсем другое дело. Завтра будет приятно сесть с утра, нанести легкий BB-крем, немного подкрасить брови. А дальше как пойдет. Ну, в любом случае, чисто, опрятно. Меня всегда это радует. И как-то я не люблю вот этот хаос. Когда он наступает, мне нужно прибраться. У нас уже вечер, как видите. Я сейчас буду смывать макияж, наносить свой вечерний уход. И мой муж меня изрядно удивил, потому что он предложил послезавтра ехать на 2 недели на море на кампере. И поэтому я сейчас поставила кучу стирки. Блин, батарейка садится. Не зарядила. И, ну, знаете, мне вообще-то интересно было бы, я вам говорила, но я не знаю, я выдержу 2 недели или нет. Дети, наверное, без проблем, а ехать с дедушкой. И причем не в одну страну, а в несколько. Вообще идея очень классная. Я думаю, что я соглашусь. Но я вообще хотела вам сказать кое-что другое. Завтра у меня намечается бьюти-день, такой день для себя, можно сказать. Утром я иду на тренировку. Сейчас использую мицеллярку Эвелайн, какая-то с золотом. И потом я записалась на брови, на окрашивание и на ламинирование. Я задолбалась их красить и укладывать каждый день. Возможно, это сделает мою бровную жизнь чуточку проще. И также потом уже по приезду я пойду на консультацию по поводу татуажа бровей. Я не знаю, что можно сделать с моими бровями. Ну, знаете, какой эффект получить? Я, во-первых, точно знаю, что мне сделают красивую форму. У нас есть одна девочка, она украинка, Марго. Она уже очень давно работает здесь, и она делает не только... Ну, то есть она не только бровист, там не только выполняет ламинирование, окрашивание. У нее уже есть свои мастера. Она также занимается татуажем, и она проводит обучение для польских мастеров. Именно она показала мне, какую еще форму можно сделать. Я когда-то была у нее на ламинировании, на окрашивании, и она повлияла, в принципе, на форму бровей, которую я сейчас рисую себе. То есть не вот такие вот длинные, и которые опускаются вниз, а более, наверное, прямые такие. Ну, в общем, интересно будет сходить на консультацию к ней по поводу татуажа, чтобы вообще немножко вникнуть в эту тему и понять, можно ли добиться такого очень светлого цвета бровей, чтобы они не были яркими, когда я без макияжа, и также, как они будут выцветать, чтобы потом я не была с какими-нибудь лососевыми или синими, или еще какими-то, не знаю, какие там по современным всем вот этим вот штукам они могут быть. Но не хотелось бы потом как-то, знаете, бегать и что-то с этим делать. Немножко смыла первый слой косметики. Теперь возьму гидрофильное масло. Это Солимакс, оно у меня уже второе. Теперь досмою все пенкой. Тоже Солимакс с Нони. И если я решусь ехать, то я поеду хотя бы с бровями. Только завтра мне брови будет делать не Марго, а просто работница ее салона. Так как Марго в отпуске. Теперь вместо тоника возьму пэды. Это тоже Солимакс от пигментации для более равномерного оттенка кожи. С моим лечением акне все хорошо, помимо того, что как бы я не защищалась от солнца,
Меня предупреждали, что так может быть, что может появиться легкая пигментация, и это, собственно, произошло. Сейчас пытаюсь с этим справиться, насколько это возможно в летних солнечных условиях, потому что основная борьба со всеми нашими кожными проблемами и как бы более активные средства мы тоже используем в холодное время года, когда солнце уже не такое активное. И завтра иду еще к хирургу. Все со своим животом. Меня уже задолбала эта тема. Кстати, у Захарчика вроде нормально прошла операция. Общий наркоз, ну, вот он именно выходил из него хуже, чем в прошлый раз. Но в целом, вроде как, я очень держу кулачки за то, чтобы удачно все прошло. Пока что похоже на это, но с моим животом, к сожалению, приключения до сих пор не закончились. И дальше я еще иду на ботокс. Да, у меня сейчас нет ботокса в лице, и я вам показывала или рассказывала, да, это тогда было начало 2022 года, я сделала неудачный ботокс, я болела, потом началась война, короче, я же не выйду со своим фейсом, смотрите, у меня плохо взялся ботокс, у меня брови домиком, реально выглядело это очень и смешно, и страшно, и я потом помню, что использовала всякие микротоки, что я только не делала, чтобы он быстрее отпустил. Короче, я вот думаю, даже если что-то пойдет не так, то ботокс это все-таки не гиалуронка, не филлер какой-то, не нити. Это что-то, что и к сожалению, и к счастью, отпускает со временем. Но я была на консультации у доктора и хочу уколоть себе межбровку. Ну, я не могу сказать, что... Боже, здесь еще такое освещение, что у меня прям сильно выраженное, но я видела, как она делает, и брови очень красиво приподнимаются, и вообще в целом потом не так сильно морщишь лоб. Интересная техника, при этом мимика сохраняется, это такое, знаете, baby botox, то есть не колотое лицо насмерть, а очень подвижное, живое, и выглядит это очень естественно. Крем под глаза у меня с Нони. Вот, готово. Сыворотка у меня тоже от пигментации. Реально уход. Solimax очень классные, такие приятные текстуры. И вообще мне все нравится. Действие. Я, кстати, уже заказала себе кое-что на новый сезон. Потом вам покажу. Сверху тоже закрою это все кремом с Нони. Вот так это все выглядит, и я готова идти бежать стирку. Увидимся завтра. На этой неделе дети ходили на занятия, такие там спортивные, всякие разные в течение дня, поэтому я чуть более свободна. Собрала их, накормила и тоже съездила на тренировку. Немножко поработала, сейчас вот на полчаса раньше приехала на брови. Мне интересно, что из вот этого выгоревшего и непослушного получится сделать. У меня брови не густые сами по себе, и также они в последнее время достаточно непослушные, особенно вот кончики бровей, поэтому хочется их немножко усмирить, но думаю, что в моем случае прям совсем отказаться от геля не получится. Но если даже чуть больше их затемнят, то будет здорово, и так как сказала на консультацию по поводу перманента, я пойду чуть позже, когда вернусь. Может, я, конечно, ошибаюсь, но вот мне кажется более логичным для любого вида татуажа на теле, там, на лице, осень, зима и начало весны. В общем, бьютификация полным ходом. А еще мне, конечно, нужно немного освежить стрижку, но я тоже специально оставила их подлиннее, для того, чтобы мне удобно было завязывать шишку. Пока жара, с другой прической невозможно выдержать. Сегодня у нас попрохладнее, было утром. Сейчас я вот хожу по городу и понимаю, что я, по-моему, перестаралась с одеждой в том плане, что мне чуть жарковато, но у нас хотя бы уже не 30 с чем-то, а 24 градуса, такая комфортная температура, но обещают дождь. Так, иду на брови, девочки, посмотрим, что из этого выйдет. Смотрим, что получилось. По-моему, очень красиво,
и так воздушно. Мне сделали форму новую, мне окрасили, сделали ламинирование и также прорядили их, если я правильно выражаюсь. В общем, поудаляли какие-то волоски, которые были слишком длинными, которые слишком густо росли. Я немножко переживала. Мастер Мария настолько приятная, ну вот душечка, знаете, столько классной информации мне дала. И она также предложила мне целый план коррекции моих бровей длиною там в полгода, а то и год. То есть приходить к ней раз в месяц на коррекцию для того, чтобы бровки отрастали, знаете, в таком вот более удачном направлении, их как бы корректировать немножко, и чтобы мне потом было легче их укладывать. Мне нравится, хотя, так как я была у мастера первый раз, очень яркое, даже не солнце, а такое полусолнце, которое слепит меня, в следующий раз мы не так сильно будем опускать основание брови, то есть докрашивать вот этот кончик, но это временно, и так как мы собираемся ехать на море, то я хотела, чтобы брови были чуть-чуть поактивнее, чтобы это не так быстро смылось. Если это продержится хотя бы 2 недели, я буду безгранично счастлива, но она сказала, что окрашивание именно волосков, потому что она красит 2 этапа, так интересно, и кожу, и сами волоски, то на коже это продержится, ну, 2 недели, да, и станет менее заметным где-то через недельку, таким понежнее. И ламинирование дольше, а окрашивание волосков, вот оно прям, знаете, цвет моих бровей. И она сказала, что на 30 дней огонь, по-моему. Даже если придется где-то что-то докрашивать, то я довольна. И мне тоже хотелось не такие широкие брови, как у меня были, и чтобы, короче, что-то с ними сделать, чтобы мне было проще. Вот. Это, наверное, то, что я уже несколько раз повторила в этом влоге. Ну, мне кажется, цель достигнута, хотя я еще завтра попробую уложить их при помощи геля, вот тогда все станет ясно. А сейчас иду домой, мне нужно доделать работу, приготовить ужин, отвезти Захарчика на стрижку, и потом поеду на ботокс и к врачу. Конечно же, беру вас с собой. Девчонки, давайте оценим промежуточный результат. Почему промежуточный? Нет, дети за стенкой. Потому что мне через 2 недели нужно сходить на консультацию. В моем случае не через 2 недели, а чуть позже. Потому что меня не будет. И если нужно будет сделать какую-то коррекцию, где-то добавить или ничего не делать, в общем, доктор должен меня увидеть. Я никого не призываю каким-либо косметологическим процедурам. Я показываю вам, что я делаю с собой, какой эффект нравится мне, что наоборот не нравится. И я никогда не сотрудничаю ни с докторами, ни с салонами красоты. Знаете, когда ты соглашаешься на такое сотрудничество, от тебя часто ожидают положительный отзыв. Есть единицы, которые согласны с честным мнением. И мне проще пойти куда-то к тому специалисту, которому я доверяю, сделать что-то, взять на себя все риски, потом иногда бороться с последствиями. Вот. И никому ничего не быть должное. Вот как-то так. Доктор, у которого я была, не нуждается в рекламе, у нее столько клиентов, что мне самой сложно было к ней записаться. Она, кстати, принимает в нескольких городах
Польше, во Вроцлаве бывает, и за границей она, ну, точно на разных конференциях регулярно. В Варшаве часто вижу, я просто подписана на ее инстаграм. Также в Закопанем в клинике она работает, она практикующий хирург в первую очередь, она не по масочкам, не по каким-то там разнообразным процедурам, она работает как бы в узкопрофильной косметологии, для которой нужны именно какие-то врачебные вот эти вот документы и так далее. И для меня это тоже было важно, и я не хотела себя менять, я хотела чуть приоткрыть взгляды, чтобы выглядеть свежее. Мне кажется, что результат классный. Смотрите, у меня двигаются брови, чуть-чуть взялась межбровка, и брови поднялись. Когда она сказала, что будет проходиться по бровям, я немножко обалдела на консультации, потому что в прошлый раз они у меня встали домиком, также они упали, вот именно у основания бровей. Выглядело это странно, сейчас, мне кажется, выглядит действительно так, как я где-то там себе нарисовала в голове, и при этом очень естественно, я не превратилась в какую-то мумию. Сколько он у меня продержится, я не знаю, могу где-то с вами поделиться, но в целом, да, я очень довольна вообще всем, что я делала на этой неделе. И, девочки, я могу поделиться инстаграмом врача, хирурга вот этого, да, которая тоже делает там ботокс и блефаропластику, в общем, много-много чего, наверное, тоже филлеры, кстати, не нужно мне приписывать, что я там еще и губы в себя уколола, нет. Я накрасила их карандашом Эвелайн номере 3 и такой лаковой помадой NYX, я показывала вам это в предыдущем ролике, и когда я была у этого доктора на первой консультации, я тоже спросила о губах, потому что периодически мои зрители очень настоятельно рекомендуют мне подколоть губы, выровнять асимметрию и так далее, и она мне сказала, ни в коем случае не трогай, потому что у тебя выразительные черты лица, у тебя большие глаза, если ты сделаешь губы, глаза, ты будешь выглядеть как Барби, то есть уже менее, наверное, естественно. Не то чтобы я планировала колоть губы, но я в целом как бы задаю разные вопросы доктору, чтобы понимать, одинаковое ли у нас восприятие эстетики, моего лица в частности, и иногда тебя начинают подговаривать на то, на это, на пятое, десятое, лишь бы сделать тебе побольше и втюхать тебе все. Конечно, я никогда не говори никогда, что я никогда не сделаю губы там, но этого у меня в планах нет. То, что я хотела бы сделать, это обратиться к аппаратной косметологии, этот врач этим не занимается, ну, то есть какой-то там лазерь, наверное, она делает, но не на лицо точно. Нужно у нее уточнять, я как бы пришла конкретно по своему запросу. Кину вам ссылку на ее инстаграм, возможно, ты кому-то будет полезно, но это чисто от меня, когда есть реклама, вообще я указываю это в инфобоксе, тут у меня не было ни скидки, ничего, и я не платила только за работу, я заплатила по ценнику в этой клинике, у этого доктора. И тоже ждала своей очереди, а не приперлась вне как блогер. Я попала к ней как клиент, потом она уже только узнала о том, что я веду свои социальные сети. И у нас нет никакой коллаборации с ней. Это неплохо, кто-то это делает, для меня как бы нет. И также мне хотелось бы поработать именно при помощи аппаратов над овалом лица. Но я не знаю, когда у меня дойдут до этого руки. Это занимает достаточно много времени, требует регулярности, денег, всего такого. Поэтому пока что только где-то в мыслях, но я достаточно редко хожу к косметологам, если быть совсем честной. Что касается бровей, то, конечно, они станут светлее. И сегодня мне было проще их уложить. Ламинирование в моем случае не меняет вот полностью как-то процесс, наверное, моего макияжа, потому что мне все равно приходится их немножечко фиксировать, укладывать мощным гелем, иначе они не держатся. То есть они тонкие, они длинные, волоски на бровях, и по-другому никак. Сейчас мне проредили брови, и, конечно, есть несколько пробелов, потому что, особенно вот эта, она такая немного пострадавшая в последнее время, не знаю, с чем это связано. В общем, несколько волосков я таки дорисовала, но в целом, действительно, мне
проще и быстрее теперь накрасить брови. И самое главное, что без макияжа мои выгоревшие брови, в принципе, присутствуют теперь на моем лице. Потому что вы видели, они такие полупрозрачные, если ничего с ними не делать, они и так светлые. А после лета или в течение лета, после моря, как будто наполовину нет. Напишите, как вам результат. Я очень-очень осторожна и в косметологии, и во всех этих, знаете, около бьюти-процедурах, потому что, ну, честно вам скажу, я такой капризный клиент, мне не всегда все нравится. Мне достаточно сложно найти мастера, с которым у нас общее видение красивого и вот все то, что я говорила ранее. Я была в салоне на бровях МК, называется, в Кракове. Классные девчонки, на консультацию по перманенту запишусь попозже. Мы сегодня не поехали на кемпинг, а мы решили там как-то логичнее это все спланировать. Удобнее сегодня мы тоже едем в магазин, посмотрим, что там есть для кемпинга, и мы едем через несколько дней, чтобы спокойно вот это вот, знаете, собраться, подготовиться, а не вот так, типа, поехали. Все-таки нужно вообще понимать, что нам необходимо в эту поездку, что мы с собой возьмем, чтобы не набирать лишнего, что нам пригодится, и подсматриваем тоже разные варианты кемпингов. Я сказала так во множественном числе, а на самом деле этим сейчас сидит Томик, занимается. Девчонки, я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Такой очень легкий, ненавязчивый влог, как мне кажется. Сейчас достаточно сложные времена для блогеров. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. Я рада видеть вас на своем канале, благодарна всем, кто здесь со мной. Ну и если в вашем регионе, в ваших странах проигрывается реклама, тоже буду искренне признательна, если вы просмотрите несколько рекламных блоков и не будете нажимать кнопку «Пропустить». Я не прошу у вас донатов, я не впариваю вам какую-то рекламу того, что мне не нравится, лишь бы что, лишь бы заработать, но это меньше, о чем я могу вас попросить. И мне будет действительно приятна ваша отдача, ваша обратная связь и в каком-то плане, может быть, даже благодарность. Все, ну а на этом пока-пока. Мы поехали в Декатлон и увидимся совсем скоро.